Привет, друзья мои. Привет, друзья мои. Рад вас видеть у себя в гостях. Сегодня салат такой простой. Картошка с кукурузой. Серега надрывается. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Понадобится нам кукуруза консервированная, готовая. Лук зеленый. Картошка. Очистил, порезал. Отварил. Посолили. Охладил. Если брать молодую картошку и найти сейчас молодую кукурузу, в початках отварить ее и сделать, то я считаю, что даже будет летний салат называться. Немного уксуса 3%, легкого такого. Масло растительное, у меня оливковое. Черный молотый перец, сахар и соль. Но соль будем пробовать потом, потому что кукуруза готовая, картошку варил в соли. Ну, в принципе, у нас все готово уже. Начинаем собирать салат. Приступим к кулинарии. Картошки по весу немного больше, чем кукурузы. Достаточно. Щепотку сахара, черного молотого перца, немного уксуса, масло. Перемешиваем. Минут на 10 уберем в холодильник, потом попробуем. За это время пропитается все. Лучко зелененького, так наискосочек, порежу тоненько, красивенько. Я попробовал, чуть-чуть подсолил и добавил кислоты. Ну и присыпем лучком. Все, друзья мои, картофельный салат с кукурузой готов. Приятного аппетита. Быстро, вкусно. Ну, можете использовать еще какую-нибудь зеленушечку, если вам хочется. Мне чего-то сегодня не хочется. Вам спасибо, что посмотрели, забегали. Возможно, приготовите что-нибудь или возьмете идею какую-нибудь. Скоро увидимся.